Привет, друзья, у нас предпродажная проверочка тонометра. Это у нас Smart Lab Profi Plus, такой довольно популярный в Америке прибор. Привезли его из Штатов, работает от 4 мизинчиковых батареек, это у нас 3А. Батарейки в комплект не входят, то есть идет сам прибор на бицуху, устройство измерения и сумочка. В общем, батарейки я поставил. Начинаем тестирование. Включается прибор кнопкой старт. Можно запрограммировать дату, время. Будет потом отображать, когда вы делали измерения. То есть можно память просматривать. Отличается прибор от всех мною ранее протестированных, что он быстро накачивает там до 20-30 и потом очень плавно начинает накачивать. Причем сейчас уже так довольно очень сильно мне сдавил бицепс. Вот уже пошло сердцебиение, просчет. Он по-другому высчитывает. То есть если обычные приборы высчитывают сперва... ну то есть грубо говоря накачивают и потом когда приспускают, тогда показывают... данный. Этот прибор при накачивании, он очень медленно качает и при этом сразу делает все вычисления. То есть вот сейчас у нас все показания в принципе в норме, готов завтра лететь в космос. В общем, прибор отличный, работает без каких-либо нареканий, и манжет, и сам прибор в очень отличном состоянии. То есть приближенный к новому, может он и новый, просто при всяких перевозках появляются какие-то там незначительные царапины, плюс он глянцевый, остаются отпечатки от пальцев. А так визуально, то есть состояние очень-очень хорошее аппарата. В общем, на этом, друзья, обзорчик будем заканчивать. Ставим лайки за видосик. Всего наилучшего. С вами был Артур. Пока.